Друзья, всем привет! В Бахчисарайском зоопарке парка миниатюр радостная весть. Здесь показали малышей медвежат. Как вы знаете, медвежата рождаются совсем малютками, слепыми. И вот сейчас они подросли уже, и их показали журналистам. Приехали журналисты из Вести Крым, из Крым-24, и делают репортажи. Ну и, конечно, друзья, мы с вами не можем пропустить это радостное событие. Посмотрите, какие милые колобки. Их поят уже молочком, подкармливают, потому что маминого молочка им уже, может быть, даже и мало. Медведи очень быстро растут, быстро набирают массу. Поэтому сотрудники зоопарка очень тщательно смотрят за их рационом и уже посчитали нужным, что их нужно подкармливать. Вот такие вот богатыри. А вот и их мама, красавица. Так что, друзья, порадуемся вместе за Бахчисарайский парк миниатюр.